Все упирается в премиальные. Я вам здесь не снимаю. Но это я Я заснял. Так, полузащитник, да? Да. Полузащитник Даниил Гарибов, ФК СПБ ГУБТД. Закончился матч между сборными РЭО и СПБ ГУБТД. Прокомментируй, пожалуйста, прошедший матч. Ну, отличный матч. Первый тайм немного тяжеловат. Мы сыграли 1-1, но во втором тайме смогли дожать и реализовать момент, который был, и вытащить игру, выиграть 2-1. А сейчас команда вышла на третье место. Испытываете ли вы какие-то эмоции по этому поводу? Конечно, испытываем. Самые положительные. Надеемся занять первое место в конце и в этом мини-турнире выиграть все три игры и взять 9 очков. А кого бы ты назвал сегодня лучшим игроком команды, либо команды противников? Себя можно назвать. Даниил Гарипов. Это я. Спасибо тебе большое, удачи завтра. Спасибо.